Виолетта, еще раз здравствуйте. Вы пишете: у меня вопрос. Я маму попросила домашнюю маленькую собаку купить. Она согласилась, а потом она сказала, что мы купим вместо пинчера дога. Я не могу найти ответ, кого мне выбрать. Просто мне хочется двоих. Знаете, Виолетта, вам нужно вначале воспитать одну собаку. Неважно какую, вот какую купят, воспитать ее так, чтобы вы были уверены, что вы сможете воспитать и другую, и третью, четвертую. Может быть, это является свидетельством того, что вам нужно заниматься собаководством или, как есть шоу про одного мексиканца, забыл. Но неважно. Может быть, вы станете человеком, который будет изучать психологию собак. Но всегда нужно начинать с чего-то одного. И ваше желание иметь двух, а то и трех, это хорошее желание. Но это желание, оно не исполнится, если вы не будете готовы к исполнению этого желания. Так что удачи вам и действуйте. Воспитав одну собаку, поняв, что это такое, вы сможете понять, способны ли вы воспитать еще кого-то. До свидания.